тоже привет. Здорово. Папа, сколько там? 10 минут. Я опоздаю. И что можно так долго делать? А я уже опоздал. А можно я? Нет. Нет. А чего? Они все такие? Всем. И что с ними делать? Не жениться. Так, дети, пристегиваемся и начинаем обратный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Батя, мать забыли. Забыли. Ага, Витя. Слушай, ну эта старуха бешеная снизу. И пёс её ненормальный. Чуть не загрыз мой. Мы, говорит, опять ее заливаем, понимаешь? Не загрыз? Нет. И слава богу. А давайте слова поиграем. Кость. Кость, а ты пенал взял с собой? Кость. Кость. Чего ты к нему пристала? Взял, молодец. Не взял, огребет. Вот именно. Ты расплелась, что ли? Мне давит. Не задавит. Эти косички нарушают мои права человека. Ева. До звонка осталось несколько минут. Сереж, ну все, 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 все. Да ты теперь ты у меня идеальный муж. С ума сошла. А ты во сколько сегодня будешь? Не знаю. А на ужин что будешь? Все равно, делай, что хочешь. Обиделся, да? Нет, я не обиделся, просто сильно опаздываю. Но она ведьма, понимаешь, с этим Баскервилем со своим. Давай участкового вызовем на нее. Опять? Я ее боюсь. Оль, давай в тишине поедем. Хорошо, хорошо. Да пожалуйста. А ты вообще любишь меня? Нет. Я тебя не люблю. Я тебя боготворю. Если что, салфетки в бардачке. А за что? За все. Thank you.
По-моему, я опять пропуск забыла. Откройте, пожалуйста, дверь. Я пропуск забыла. Не может этого быть. Ну, пожалуйста, откройте дверь. Фамилия? Ну, зачем это? Вы же меня знаете. Фамилия. Инициалы. О, спасибо. Спасибо. Сан Саныч, я несу подводки. Несу. Не трудись. Наталья уже отдала. Что, пробки, да? Да. А безработица растет. Норова! Сюжет про медведя где? Я даю. Что у нас, а? Дикий гусь остался на зиму в Кубинском парке. Ура. Держи. Всем привет. При камне состоится турнир по метанию коровьих лепешек. Ура. В Иваново отпраздновали медвежью свадьбу, жених и гости объелись медом, был чудный мордобой. Фоткали? А как же? Конечно. В столичном зоопарке родилась пандочка. Пандочки, это отлично. Ну, где мои подводки? И тебе доброе утро. Понятно. Что, Брунгильда наш не в духе, да, что ли? Всегда. Три минуты, и я иду к Сан Санычу. Пандочек, между прочим, я вычитала. А что так грустно? Да вон, ученые нашли в океане кита с дефектом. Поет на частоте 52 Гц. А другие киты поют на частоте 12 Гц. То есть, понимаешь, он не может встретить других китов. Они его просто не слышат. Не встретить, полюбить, родить китят. Он ничего не может. Он самый одинокий кит в мире. Оля, я этот кит. Умоляю, это ж после эфира. Подводки! Оля. Наконец-то. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Медвежья свадьба в Иваново. Гусь, не пожелавший улетать в теплые края. Новый вид спортивных состязаний. Новорожденную панду назвали Мишей. Игривый характер, хороший аппетит и сон говорят о том, что детеныш находится в прекрасной форме и ждет скорой встречи с посетителями зоопарка. Ну что, опять? Стали известны самые популярные. Тебе хорошо говорить. У тебя все есть. Конечно, все есть. Не так уж у меня все замечательно. Да. Надо радоваться тому, что есть. Уметь понимать, что это нужно. Я стараюсь. Вот, это правильно. Как та лягушка взбивала лапками молоко. Пока масло не получилось. Чего у тебя там? Паноптикум какой-то. Ну, давай посмотрим. Скажи, что я проклятая, что ли? Ну, почему сразу проклятая? Ну, вот, смотри. Ну, подожди, я какой-то возраст поставила? До 30? Да. Может, до 40 поставить? Ну, какая разница? 10 лет больше, 10 лет меньше. Вполне себе приличные буы могут попасться. Давай, как там у тебя открывается? Сейчас, я. Вот. Ну-ка, вот этого увеличь. Смотри, какой хорошенький. Лысенький такой. Нет, нам он не подходит. Нет. Вот этот вот. Подожди, вот этот. А, так, живет с мамой. Не-не-не. А вот этот в очках черных? Сейчас. Вроде симпатичный. Какой-то мрачный тип, что ли. Дальше? Подожди. Увеличь-ка фотография. Анкету. Одиночка. Прям как тот кит. Жены нет. Детей тоже. Слушай, он в онлайне. Может, напишу, а? Стой. Он нам не подходит. Оля, форс-мажор. Пандочки слетели. Оль, ты чего? Как чего? Пандочки слетели! И знаменательное событие произошло в городском зоопарке. Но об этом вы узнаете в нашем вечернем выпуске. До свидания, Норова.
Ну все. Так, началось. Вечерний звон. На позиции! Ну-ка, громче, громче! Ого, тяжелая артиллерия пошла. Да оставьте вы ее в покое. Меня вообще слышит кто-нибудь? Да успокойтесь вы все! Голова просто болит. Сереж. Чего? Как там у тебя дела на работе? Ольга, ты котлеты пересолила. Костя. Кость. М? У тебя в школе как дела? Че там контрольная как твоя? Да нормально, не парься. Вообще как? Че интересного? А что там может быть интересного? Сережа. А? Нам надо поговорить. Опять безумные идеи? Сколько надо? Какие люди? Нет никаких людей. Есть только сумасшедшая старуха с галлюцинациями и адский пес. Ну-ка, Сёма, давай, сожри ее. Пас. Вы что, с ума сошли, что ли, совсем? Хотя ладно, пусть живет. Давай, Сёма, сожри меня. Пусть все это уже наконец закончится, а? А? Разжалобить меня хочешь? Не выйдет. Не верю. Давай, давай, живи, Сёма! Живи меня! Идем, идем, Сёма. Не будем связываться. Ну-ка, пойдем. Давай, 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 давай. Давай, Сёма, вперед. Вперед. Ой. Не вздумай разуваться. Итак, с пустым ведром. Ничего хорошего. Давай. Проходи, проходи. А это что, вы, что ли? Я вас видела. Я люблю кино. Старое. Да, Сёма, ты прав. На стойку будешь? Спасибо. Я домой пойду. А тебя там ждут? Галлюцинации, да? Простите. Я не знала, что правда такая слышимость. Да. Не скучно. Пей. А что это? Не боишься? Лучше тебе.
не знать. Что это за гадость? Гадость? Это муж, изменник и подлец. Это дети почти чужие. Это когда домой идти не хочется. И когда жить почти невозможно. Вот что такое гадость. Откуда вы знаете? Я в театре 100 раз это играла. И потом я же каждый день слушаю ваш радиотеатр. Какая банальщина. А я играю это впервые. Так сыграй эту роль блестяще. Без мелодрам, без сцен. Но пусть это будет великая роль. Я не смогу. Каждый может, но не каждый хочет, потому что для этого нужны силы. Не поняла. Ну, посмотри в зеркало. Давай, давай, смотри. Что ты видишь? Дуру. Старую. Ну-ну-ну. Старую дуру. Это я не про вас. Я знаю, что не про меня. А я вижу роковую женщину. Роскошную красавицу. Женщину вамп. Ну, видишь? Нет. А я вижу. Кость, а уроки ты сделала? Чё? Да, сейчас. Я уже все сделала и сложила портфель. Вот ты молодец какая. Умничка ты у меня. Иди, я тебя обниму. Мама, ты что, не видишь? У нас похороны. Какие похороны? Лаура умерла. Ее предали, и она скончалась. Ужас какой. Да, печально. Но ничего, она скоро воскреснет и отомстит всем. Иди, иди. Я умоюсь и лягу сама. Они на меня не реагируют вообще. Ну, сама виновата. Не надо было перед ними с бубном танцевать. То есть ты сейчас обвиняешь меня? В смысле, в чем? Да нет, просто, ну… Я не подчиненная твоя. Я человек. И я говорю с тобой. Понимаешь, да? Угу. Человек говорит с человеком. Хорошо, человек, говори. Давай, я весь во внимании. Хочешь, я лишу их карманных денег? Оль, сколько тебе надо? Ты знаешь, у меня такое ощущение, что я очень долго спала. И только сейчас проснулась. Хорошо, добро пожаловать в реальность. Спящая красавица. Ты что-то еще хотел? Нет. Извините. Еще женщину в своей жизни.
Ты представляешь, неделю такие песни пел, а сам женат. Ты верстку сверстала? Ты чего, Оль? Привет, милая, ты мне очень нравишься. Напиши телефон, и я к тебе приеду. Здравствуйте, мне 35 лет, привлекателен. Можем ли мы с вами встречаться без обязательств? Контакты готов сбросить на e-mail. Как жизнь, молодая? Как насчет дружбы и тепла? Привет, как дела? I love you! Вышлешь мне свое фото без одежды? Да я нормальный. Смотрю, ты плохая девочка. А я плохой мальчик. Привет, Эмма. Ты необычная, ты волнующая, ты привлекательная. Если тебе скучно и хочется поговорить, выпить чашечку виртуального кофе, может быть, реального, то напиши. Сволочь. Гад. Что такое? Волк. Сожрал смотрителя, который его вскормил. Добавить верстку? Не надо. Я сама. Здрасте. Не помешаю? Приятного аппетита. Спасибо. Витя, да? Мне нужна твоя помощь. А, с компьютером что-то? Программа слетела? Вот именно, что слетела. Срочно? Мне нужен хакер. А я здесь при чем? Нет, если ты думаешь, что в прошлом году на День Святого Валентина это был я, Митя, то... пожалуйста, мне нужно взломать страничку на сайте знакомств, чтобы хозяин ничего не заметил. Ты его любишь? Хорошо. А я опять подожду. Не надо ждать. Посмотри вокруг. Сколько свободных женщин. Таких, как ты, больше нет. Не надо, ведь я замужем. Я как тот кит. Какой? Одинокий кит. Не читала, он передает сигналы на частоте 52 Гц. А другие киты общаются на частоте от 12 до 20 Гц. Они его просто-напросто не слышат. Поэтому он никого не может встретить. Так и плавает. Один. А теперь сюжет. Ну, самое предприимчивое создание на Земле. Он принимает любые цвета в зависимости от обстоятельств. Наметив жертву, он подкрадывается и хлоп, выстреливает языком с присоской на конце. И будьте уверены, он не промахнется. Варя, а ты в эфире? А? Иди ты, Леня, что у нас дальше? Морские котики, моя богиня. Странное поведение морских котиков привлекло внимание жителей побережья. Серега, вот скажи мне, для чего женщине на спине татуировка? Для чего? Для мужчины. Но она же все равно ее не видит. Но если это так, могу я выбирать тему? Ну? Подожди, подожди, ну мне же на нее смотреть. Могу. Она дуется, вот где логика? Я не понимаю, где? И это ушла. Пожалуйста. Ушла? Сбежала. Да и бог с ней. Надоело. Хочешь позвонить? Ой, Серега, раньше в жизни хоть что-то радовало, а теперь скука. Ну зачем? Ну что в жизни есть настоящего? Алкоголь, еда, женщины. Тренажерка, правда, святой. Ну, семья, дети. Слушай, может завести себе такую, как твоя Олька, а? Не советую.
Первые два года хорошо, а потом отключаться не научишься, и все, хана. Печалька, как они говорят. Это как девушке машину подарить. Смотришь в ее глаза, восторг, и ты бог. Второй, третий раз, а потом... Я сейчас. Дорогой одиночка, у вас привлекательное, умное лицо. И 3000 посетительниц за последний месяц. Я верю в то, что настоящая любовь существует. Не дура. Такая, чтобы просто молчать, взявшись за руки. Или проговорить всю ночь до утра. Я люблю пионы и кошек. Если ты тот самый, напиши мне. Одиночка? После 7 совершенно свободна. Могу гулять, общаться, ходить в театр. Приветик. А какая у тебя машина? Одиночка. А кем ты работаешь? Спеши, спеши. Мне скучно. Сходим в кино. Мне 35 лет. Я очень привлекательна. И люблю свободу. Не боишься узнать себя с другой стороны? Напиши. Эй, кто это здесь? Девушка, а что это вы здесь делаете? Работаю. Это вы. Запишитесь. Хорошо. Это я? Я. Сережа, меня зовут Оля. Я твоя жена. Надеюсь, это не помешает встрече. Милый друг, разрешите мне называть вас так. Женщина обычно лишена права называть мужчину другом. Но мы с вами здесь только ники. Поэтому равны. И чтобы не разрушать это равенство, возможно, нам лучше никогда не встречаться. Итак, милый друг, о чем вам хочется поговорить этим дождливым вечером? Спасибо за доверие. В такой вечер не хочется разговаривать. Не в смысле с вами, в смысле хочется только курить и смотреть на дождь. А что еще надо? Все тлен, если вы меня понимаете. А вы знаете, что нужно вам? Мне мало надо. Все как у поэта. Краюху хлеба и кружку молока. Да это небо, да эти облака. А вам? Мне? Смысл, цель, а может быть, любовь. Вот такая, без пафоса, настоящая. А разве бывает не настоящая? А вы представьте себе двух белок. Они прыгают по дереву, радуются жизни, а потом решают сдуру пожениться. И тут же вместо дерева, бац, колесо. В уютной такой клетке со всеми удобствами. И они должны с утра до вечера крутить и снова крутить это колесо, и обязательно вдвоем. А то ведь кому-то из двух будет обидно. И все только вместе. И ты уже не помнишь, как скакал по дереву. Только клетка перед глазами. И любовь чахнет. А потом умирает. Бедненький. Так вы женаты? Был женат. Что же все-таки произошло? Хотя нет, я попробую сама. Сначала все было неплохо. А потом появились дети. Они орали, требовали внимания, мешали спать. И вас как будто бы не стало.
Жена превратилась в органайзер, пылесос, кухонный комбайн и микроволновую печь в одном лице. Кто же захочет спать с роботом? И вот в один прекрасный день дети вырастают. Вы едете в одной машине и вдруг обнаруживаете, что вам не о чем разговаривать. Совсем. Ни одной самой крохотной мысли, которой хочется поделиться. Я вижу, ты тоже была замужем. Ничего, что на ты? Нет, не была. И никогда не буду. Слишком много я наблюдала несчастных погибших на пути к вершине. Так что я самодостаточный альпинист. Точно. Погибшие альпинисты. Все правда. Это по-честному. Редко встретишь женщину без ужимок. Спасибо за это. Могу я написать вам? Тебе завтра. Я обидел тебя, Эмма? Как ты? Поехали. Всем доброе утро. А что это за забастовка? Где? У нас дома. А. Кухарка уволилась. И прачка. И посудомойка. И вообще, с этого дня все гаджеты и телефоны мы убираем с кухни. Мама. Это раз. Второе. Костя, Ева, вот эту всю посуду мойте сами. Папа, ты готовишь завтрак? Если все эти три условия будут соблюдены, с меня будет обед и ужин. Всем ясно? Это все. А, нет, не все. Мы больше не носимся по дому, как угорелые. Не стучим по батарее в ответ. Не врубаем звук телевизора на полную катушку. Под нами тоже живут люди. И мы им мешаем. Это понятно? И в связи с чем такой мораторий? Да просто так. Как в мультике. Какие планы на вечер, семья? Я не голоден. И я тоже. Ну что, довольна? Очень. А, Костя, Ева. Уборка территории тоже на вас. Сереж, посуду помоешь? Ладно. Так, все, что я найду через час на полу, беспощадно будет выброшено в помойку. Это понятно? Понятно, мам, понятно. Мам, может, успокоительного? А ты не волнуйся. Мам! Что это с ней? Это ты ее достал. Теперь сам бери и убирай. Ты у нас девочка. Вот давай убирай. Это что, дискриминация? Да я на тебя в суд подам! Ну-ну. Сама же потом хуже будет. Похоже, это не из-за нас. Ну что, экипаж к подъезду подавать? Не надо, я прогуляюсь. Это был длинный режим. Часа на два. Дождешься. Так вот, там не в восторге от всех ваших бантиков. Все эти пандочки, жирафчики, мышки, они имеют право на существование. Но на канале «Природа»
Природочка! Природушка! А наш канал называется... Как называется наш канал? Дикая природа. Дикая природа, правильно! Но ведь это же просто бантики. Последние милые сюжетики для настроения. Они всем нравятся. Боже мой, боже мой! Вы рейтинги видели? Видели рейтинги? С сегодняшнего дня никаких черепашек, никаких бабочек. Нас интересует дикий животный мир без всяких прикрас. Смертоносное совокупление орангутангов, бобры-убийцы, лисья правда, жизнь по законам волчьей стаи. Вот что мне нужно. Вот это топы. Топы, которые дают рейтинги. И, конечно, спецрепортаж. Ну вот, вот наша звезда. Я пришел на львиный рык. Присаживайся. Так вот, кто не знает, что такое спецрепортаж, Олег готов вас натаскать. Ну, ты же знаешь, Стюэ здесь не поможет. Но я готов, да. Норова! Норова. А у нас же подводки слишком общие, да, Варвара? Может, отдадим их Варваре, пусть она сама их пишет, ей же так удобнее будет потом самой ей говорить с чувством, с толком, с расстановкой. Варя? Не проблема. Я и так их почти полностью переписываю. Угу. Договорились. Ну все, давайте, идите. Идите, думайте. Думайте. Я жду от вас идей. Все, идите, идите, идите. Извините, Олег, спецрепортаж из террариума готов уже? Мне просто в дневной выпуск его ставить. Это вы мне? Норова, идите, идите, идите. А вообще-то, меня Ольга зовут. Цигель, Цигель. Мы делаем это не для кого-то. Мы делаем это для себя. Ой, мама. Вперед. Хорошо взял. Нормально. Все. Ну что? Для начала достаточно. Ну а теперь упражнение на следующую группу мышц. Девушки, на тренажер. Поехали, на тренажер. За девушек отдельное спасибо. Ну как, у тебя открылось второе дыхание? Угу. Не разговаривать. Садись какой, а? Ой, герой. Так. Девушки, последний рывок. Как тут не влюбиться? Ладно, на первый раз хватит. Ну, как ощущения? Ще, как девочка. У меня ноги до сих пор сами идут. Значит... Судя, шнурок, кстати, развязался. Значит что, 2 часа после тренировки не есть? Хорошо. Ой! Сейчас же 8. Так что сегодня уже совсем... Ой, хорошо. Что такое? Ой, мамочка. Давайте, ребята, она... бегайте, ой, бегайте. Она не разгибается. Ай-яй-яй. Оля. Что случилось? Не могу разогнуться, не трогай меня. Сделай что-нибудь. На руки, на шею положи. Ты что, ты меня хватаешь, чтобы поставить на место? Держись за шею. Ой, мама. Мне больно. Все. Через час должно попустить. Вообще-то спортом надо заниматься регулярно. Вот. Ой. Вот. И на массаж походить. А, Оль, ты жива? О. Слушай, ну мне домой надо. А выезжать? Я доставлю, я виноват. Оль, точно? Ну, я пошла. Ой. Знаешь, какая проблема начинающих? Это, ну, неравномерное распределение нагрузки. Серьезно, от этого вот мышечный дисбаланс. Ай. Чувствуешь?
Надо ведь не только живот и бедра. Надо еще и спину, и руки, и грудь. Вообще, вот знаешь, это, например, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, да? Ну это ж просто. Ну дал ты нагрузку на бицепс, ну дай такую же и на трицепс. Ну это ж просто. Ты вообще чем-нибудь, кроме спорта, еще увлекаешься? Конечно. Ну чем? Да ну ерунда. Ну что? Ну что, ты крючком, что ли, вяжешь? Ты вяжешь крючком? Да, вяжу. Чего, ну? У всех есть хобби. Меня бабушка воспитывала. Да ладно, не смейся. Прости. Ну, правда. Ну, ладно. Давай, давай. Ты это... Заходи давай. Ну, давай, давай, вперед. Вперед. Это и... Ну-ка, пошел. Машенька, занимайся. Занимайся. Гулять, ты славный. Я с шелудим. Здрасте. Здрасте. Ты что решила спортом вдруг заняться, а? Мне просто нужно влюбиться. Да ладно. Серьезно? В себя. Мне это сейчас жизненно необходимо. Спасибо. Привет. Папа дома? Наверху. Скажи ему, что я в гостиной останусь. Мне надо поработать. Окей. Мам, может, тебе постели принести? Не надо. Спасибо. Я сама. Извините за мою назойливость. Просто хотел поболтать. Хорошего вечера. Ну что, ты больше не злишься? А я злилась. Ну, вообще, ты с утра всех построила. О чем ты меня просила, я на тебя рявкнул. Прости меня. Сейчас можешь говорить? А ты думаешь, пора, да? Но если только про отпуск, правда, Оль, я пока не могу. Сереж, я слышу про этот Париж уже 15 лет. Это даже не смешно, я перестала уже ждать, понимаешь? Давай просто поговорим. Ни о детях, ни о проблемах, ну просто мы можем поболтать, как раньше, ни о чем. О чем? Да о чем угодно. Или ты опять очень занят? Да, я работаю. Ну тогда иди к чертовой матери! Иди ты сама к чертовой матери. Вот скажи, как с тобой разговаривать можно, а? Сережа! А когда мы вообще с тобой последний раз разговаривали? Я, к сожалению, не помню. А поцелуй меня. Знаете, я вам скажу, почему не отвечала, если вы так настаиваете. Потому что вы мне соврали. Я чувствую женатых мужчин. Совершенно точно могу сказать, что вы женаты. Может быть, даже и дети есть. Так что же вы здесь ищете? Зачем вам эти беседы по душам? А знаете, вы правы. Я женат. И дети у меня есть. Что я ищу?
Хороший вопрос. Может, я ищу женщину, которую любил. А потом она вдруг стала чужим, вечно недовольным человеком. Я любил ту, которая смеялась над моими шутками, как сумасшедшая. А если сердилась на что-нибудь, не дулась по углам, а прижималась так крепко, что обида улетучивалась. А что здесь ищете вы? Что я ищу? Я ищу мужчину, которого потеряла. Он умел понять, какое у меня настроение по моим плечам. Я не понимаю, как ему это удавалось. Он мог взять меня за руку, и я тут же обо всем забывала. С ним я была лучше, красивее, даже как будто выше. Он мечтал о том, как мы объедем весь мир. О наших будущих детях, о том, что мы сможем им дать вместе. Но однажды он ушел, а мечты так и остались мечтами. Поэтому я здесь. Выходит, мы с вами оба одиночки. Это точно. С вами хорошо. Ничего, если мы продолжим, несмотря ни на что. Ты же не куришь. Теперь курю. Три года. Что три года? Ты меня спрашивала, когда мы с тобой перестали разговаривать? Три года назад. Странно. Я только недавно. Значит, я разговаривала сама с собой. Тишина! Да я тоже умею орать! И с этого дня мы любим не только наших милых зверюшек, но и любим, уважаем друг друга! Вот. А кто будет орать, тот будет оштрафован. Не можете на меня жаловаться. Кофе. К чему эти условности? Что бы ты стал делать дальше? Сначала я сорвал бы с тебя вуаль. Не спеши. А вдруг я страшная, как смертный грех? Или старуха? А если я... Если я, не дай бог, твоя жена? Мимо. А ты не можешь быть страшной. Я знаю, что ты прекрасна. Я тебя чувствую. Б. Ты не старуха. Я думаю, тебе лет 35, не 30. В. Ты совершенно точно не моя жена.
Всего, что меня в ней раздражает, в тебе нет. Поэтому я бесконечно долго буду целовать твое лицо. А потом возьму тебя на руки и отнесу, куда ты захочешь. Хочешь, мы поедем в Париж. Ты мой Париж, я хочу к тебе. Мой Париж! Кофе, дорогая? Что случилось? А у тебя все в порядке, дорогой? А у меня все хорошо. Чего я вам желаю. Дети, завтракать! Сейчас! Так, чего ты еще хочешь? Хочу. Чего? Могу бутерброд сделать, яичница есть. Это все? Это все, что ты можешь мне предложить? Если хочешь отношения выяснить, то не получится. Не, ну можешь удалить, конечно, но если полегче. Прям полегчало, знаешь. Ма. Дети, мы уезжаем. А школа? Смотря куда. На деревню к дедушке. Нет, нет, это без меня. Я не ставила этот вопрос на голосование. Прошу меня извинить, но нет.
Там же нет Wi-Fi. Блин. Что случилось? Случилось! Мама заболела. Вы ее 2 года не видели, а они звонили. Все, живо, все. Давай хотя бы подвезу. Попробуй. Боже, какая красота! Кость, Ев, смотрите, как красиво. Очень. А давайте сыграем в города, а? Или в слова, а? Ну, что? Ты чего? Мама, ты нет, чего? Нет. Может, теперь поиграем? Ненавижу, папа бы так никогда не сделал! Ну, блин, он убьет тебя! Капец. Идем. Может, она и вправду того, а? Нет, стоит, чтобы слушались. С чего это? Кризис, наверное, у женщин бывает. Ой, тебе-то откуда знать? Психологически я старше тебя на 3 года, а не младше. О! Женщины созревают раньше. Да? А я тебя еще как наверну физически? Ой, примите. Шевелитесь, а то замерзнете. Ну, точно замерзнем. Бежим! Вон в той речке мы купались, когда были маленькие. А вон, видишь, поле? Ага. Мы туда ходили арбузы воровать. Я так и знал, что у тебя темное прошлое. И за что папа на тебе женился? Из жалости. Доброта его погубит. М-да. Офигеть. Больная она. Как же? Эх, так и знал, что все это вранье. А у меня там ферма погибает, поросята некормленные и куры. А че это я не Донь? Отругала за что? Ничего. Пусть сидят, осмысляют. Не трогай их. Че там, капусту наквасили? Угу. Слава богу. Возьмешь? Не. Надо. Ничего вам не надо. И как вы там живете? Да плохо живем, как все живем. А ну, гаврики, кто деду яйца поможет собрать, а? Ты чего удумал? Не трожь их. Устали они. Ну, че? Ну, че притихли-то, а? Ну, веселее, не на каторгу же идем. Давай, давай, давай. Давай, идем, мои хорошие. Пошли. Ругались, что ли? Было бы то с кем ругаться. Тоже мне принц датский, ругаться с ним еще. Сережка, что? Да. Большой начальник. Пьет. Бьет. Ну и что тогда? Как не видали. Бывает. У всех бывает. А почитай, что у всех. И ничего. Живем. Мам. Мы побудем у тебя? С работы как же? Отгул взяла. Нехорошо.
Неправильно это. Мам, я его видеть не могу, ты понимаешь? Замолчи. И не выдумывай ничего. Чего только в жизни не бывает. Не пустишь, значит? Не пущу. А я родной дочери зла не желаю. Нету у меня для тебя места. Нету! Поднимайся, поднимайся. Давай, не бойся. Раз, 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 вот так. Вот молодчик. Я открываю и бери яичко. Они укусят? Нет, не бойся. Вот, возьми. И видишь в уголке там. Вот, клади сюда. Прям как на моей ферме в планшете. Ага, точно. О! Константин, возьми там в углу, посмотри. Вот сюда клади. Вот, вот молодец. Клади сюда. Иди сюда, моя хорошая. Опа. Замерзла, дочка? Нет, папа, иди в дом, я скоро. А чего ж дрожишь? Думаешь, незаметно? Ты, знаешь, ты, мать, не слушай. О, все, да? Сдала меня с потрохами. А что ты кипятишься? Ничего она не сказала. Я что, не слепой? Никогда бы не подумала. Язвишь? Ну-ну. Да сколько раз я видела, как мама плачет. А я не плакал вот, потому что слез у меня нету. А то бы заплакал бы так. Ты не слушаешь, что мать говорит. Мы всех примем. И тебя, и внуков тоже. Лишь бы от этого польза была. Ну, пойду я. Не буду тебе мешать. Наконец-то. Вам помочь? Обходимся. Пока. Ты лучше мать свою поищи. А чего с ней? А, с утра нету. Ясно. Слышь, а что там дома с отцом? Нормально все. Не дрались? Не, вы чё? Костя, а Костя, смотри, что мне дедушка дал. А где мама, знаешь? Не знаю. Отдавай его, идем маму искать. Дедушка, возьми Степашу. Бабка как с цепи сорвалась. А дед классный, бедный. Да. Ты заметила? Они же не разговаривают. Да. Ой. И зачем мы сюда приехали? Тоска. Ма! Мама! Вон она! Давай вперед. Вот так! Мам! Мама! 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 Мам!
собой? Ты чего, мама? Вставай. Мам. Вставай. Ну что ты как маленькая? Мы больше не будем. Да, Костя? Чего не будем? Ничего не будем. Мам, ну, больше ничего не будем, я обещаю. Не плачь, не плачь. Все хорошо будет. Простите меня. Я просто думала, что я одна. Она строя. Я когда маленькая была, приходила сюда все время, смотрела и мечтала, что я вырасту. Уеду отсюда. И стану свободной. Ну, ты же стала, выросла, уехала, мам. Ну, стала ведь, да? Стала. Только я почему-то об этом забыла. А что бы ты сделал, если вдруг она тебе, ну, сначала дала понять, что не против, а потом исчезла? Старичок, да ты влюбился? Ну, дай-ка. Я серьезно. Слушай, я серьезно тебе завидую. Очень хочется с ней познакомиться. Обойдешься. Да ты ревнуешь? Поразил. Спасибо. Слушай, ну, обычная форменная стерва. Как ушла, так и вернется, играет она. Как вернется, исполнишь свой долг. И дальше все, будь как шелковая. А если не вернется? Ну, что ты якоришься? Что, она уникальная какая-то? А если да? Как все запущено. Они же все одинаковые. Да все. А может, просто это тебе не повезло, а? Ты чего, старичок? Ты сейчас сделала меня самым счастливым мужчиной. Я буду свободен на этой неделе, подойдет любое время. Назови свой любимый ресторан. Где ты? Я снова напугал тебя. Мы слишком спешим? В конце концов, разве мы дети? Что за игры в прятки? Если вы не желаете, я не настаиваю. Мы можем не встречаться. У тебя кто-то есть? Ну, смотри, как это делается. Правильно, да? Так, мама готова. Ой, а можно я? Выбирайте. Что-то случилось? Напиши мне, прошу. Если тебе нужна помощь... Вот так вот. Деда! Заводи давай. Дед! Папа, я молодец чай какая. Принесла. Спасибо. Пап, слышь, я не разрешаю. Нормально, все, не волнуйся. Взрослый парень, елки-палки, должен сам все делать. Что значит не волнуйся? Ну... Нейтралка, как я тебе говорил, да? Кость, сцепление. Вылезай из машины. Ну, Костя. Так, скорость ставь и поехали. Ага. Так. Вот, и сейчас да. Аккуратненько направо. Круто. Ой. Они, оказывается, живы-здоровы. Может, теперь ты объяснишь мне, что происходит? А может быть, ты сам? Но это ведь не я. Не беру трубки. Не я пропадаю на целую неделю. Сереж, может быть, хватит? Или тебе есть что мне сказать? А что мне говорить? Я работал как проклятый. Не то. Хорошо, если хочешь, можем взять отпуск. Куда-нибудь уедем. Если хочешь, уедем все вместе. Не то, Сереж. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Да ничего, наверное.
Мне тебя не хватает, Эмма. Не знаю, чем я обидел тебя, но... прости. Что? Нет, ничего. Ты чего? А на что это похоже? На крик отчаяния. Я соскучился. Уважаемые покупатели, акция утешительной любви закончена будет через 5 минут. У тебя есть ровно 5 минут. Успеешь? Черт. Здравствуй, мой милый одиночка. Однако я удивлена. Разве ты муж мне? Или я в чем-то тебя обманула? Давай договоримся на будущее. Ты не задаешь мне глупых вопросов, не заставляешь оправдываться, а я не требую отчетов от тебя. Тогда все это будет иметь какой-то смысл. Мы встретимся в субботу. Время и место я сообщу позже. Хорошо. Я сделаю все, как ты хочешь. Смиренно жду ваших ног. Натали! Ну? У меня к тебе вопрос. Да. А что бы ты сделала, если бы твой муж, предполагаемый, тебе бы изменил? Олька. Да не-не-не-не, расслабься. Спокойствие, только спокойствие. У меня соседка в трансе. Фу ты. Ну, я не знаю, я плохой советчик. Ну, из дома бы выгнала. Хорошая семья. И муж хороший. Был. А скандал? Посуду побить там? Посуда дорогая. И скандал только спугнет его. Ну, тогда только месть. Такая изощренная, тихая. Ну, как в индийском, помнишь, когда он бросил ее крокодилом? А она потом сделала пластическую операцию и стала красавицей. Ну да. Что-то об этом я не подумала. Оль, Оля! Приехали. Слушай, но ведь если он решил изменить, он же все равно изменит, правда? Вот это правильный вопрос. Дорогие телезрители, до новой встречи. Вчерашний эфир сдаем в архив. Кто-нибудь, принесите мне кофе. Славочка, ты такой милый. Ой. Борь, ты просто страшный человек. Ленечка, а что у нас там по времени? Ну, 3 минуты вам хватит? Господи. А что, это раздражает? Ну-ну. А что ну-ну? Ничего, просто если тебя это раздражает, значит, в тебе живет такая же Варенька. Плашку. Сплошные психологи. Посмотрите, павлин распустил хвост и привлекает самку его великолепием. Ученые установили, самка выбирает не того, у кого хвост красивее, а того, у кого больше. Но вначале обязательные брачные игры. Она делает вид, что не замечает его, но самца на мякине не проведешь. Он поворачивается к ней спиной, демонстрирует свой хвост, делая вид, что игнорирует ее. Это, конечно же, цепляет барышню. Она обходит самца, подходит к нему, он снова поворачивается, показывает свой хвост и опять уходит. Так может происходить до бесконечности, пока самка сама не попросит о близости. И с этого момента павлин обзаводится гаремом, в который может входить до 5 влюбленных самочек. Фу.
Что у вас случилось-то, а? Не пугайся. Это я репетирую у Кассандры. Что предсказать тебе, о смертная? Мне помощь ваша нужна. У меня будет свидание. Отлично. Не просто свидание, необычное. Мне нужно, чтобы человек меня вообще не узнал. Чтобы он даже подумать не мог, что это я. Гениально. Значит, вместо мелодрамы комедия положений. Мне это нравится. Значит, вулкан проснулся. Скоро над вами будут такие Помпеи. И чтобы избежать извержения, нам нужно что? Что? Освободить в себе зверя. Ну, теперь ты. Давай. Вот. Теперь голос. Голос должен быть грудным, да? Глубоким. Ну, давай. Так пойдет. Да нет, ну нормальный человеческий голос. Только добавь хрипотцы, придыхание и осанка. Осанка должна быть королевской. Плечики опустили и все тут втянули, а? Изгиб шеи. Чего? Шеи. А? Гордые. Ну, и пошла. Дорогой. Ого. А куда это ты собираешься? Сегодня же суббота. А я разве тебе не говорил? У нас плановый банкет с акционерами. Так дети же хотели поиграть с тобой. Да, но я завтра буду свободен. Съездим куда-нибудь. А где все это будет? Там новый ресторан на набережной. Ты не знаешь. И все прям без жен будут, да? Ты же сама не любишь эти мероприятия. Не, ну если ты хочешь, конечно, поехали. Да нет, ну что ты. Будь аккуратней. Угу. Много не пей. Ага. Здравствуйте. У меня должен заказан столик быть. На чье имя? Эмма. Вас проводят. Я не понял, вас что, электрик заболел? А, извините, но вы уже на территории. Давайте я вас провожу. Я не понял. А, сейчас я вам помогу. Осторожней. А что, свет нельзя включить? Простите, у нас нет света. Это ресторан в темноте. Какого черта? Я что, так ничего не увижу? Такова наша концепция, но вы сможете все почувствовать. В темноте ваши рецепторы обострятся. Thank you.
Эмма? Нет, это все еще я. Вы готовы выбрать? Позже. Шабли и устрицы. Это все? Они у вас хорошие? Конечно. Откуда? Финдеклер. Хорошо. А что будешь ты? Ты пришла. Я буду то же самое. Это все? Все, побыстрее, пожалуйста. Разрешите ваш телефон, зажигалку? Ты знала? Хотя, что я говорю, конечно, ты знала. Ты расстроен? Нет, я просто не был готов к свиданию вслепую. Это твоя рука. Что ты делаешь? Хочу узнать тебя поближе. Разреши. Боже, как ты пахнешь. Ваше вино и устрицы. Приятного аппетита. Фантастика. Как будто мы на берегу океана. Расскажи мне о себе. Что? Все, что ты хочешь, чтобы я знала. Что я могу рассказать? Дом, работа, тоска. А семья? Семья – это совсем скучно. Лучше расскажи о себе ты. Кто ты? Я. Лучшее, что случилось с тобой в этой жизни. Я знаю. Ваша дама попросила пальто и счет. О, Господи. Банкет, значит? Да. Достали эти чинуши. Что это за запах? Не знаю. А ты что, ревнуешь? Смешно, ей-богу. Сережа. Что? Что же с нами произошло? Самая странная женщина, которую я знаю. И самая желанная. Я даже не могу на тебя злиться. Просто скажи мне, где и когда я снова увижу тебя.
Я внизу переночую, мне еще поработать нужно. Мне кажется, я всю жизнь жил в темноте. И только в этом ресторане с тобой впервые увидел свет. Я очень прошу, дайте, пожалуйста, человеку поспать, если можно. Мам? Что? Иди спать. Ничего не помогает. И спорт не помогает. Ничего. Боже мой, ну за что мне все это? Вот скажи, почему я такая несчастная? Большая человеческая просьба. И дело не в том, что я замужем. Просто я не могу больше видеть, как она мучается. Да хотя бы на глаза, что ли, ей не показывайся. Кому? Ай-яй-яй, как не стыдно. Вы же всегда видите, когда на вас западают. А ты улыбаешься. Замужней женщине, которая старше тебя. Да кто она? Подумай. Подводки. Подводок нет, мы же договаривались. Ну, нужно же предупреждать, да. Ничего, ничего, ничего. Ну, все, успеем. Кстати, Олег, ваш сюжет я тоже сняла с эфира, так что подводки к нему можно не писать. Как? Норова, ты совсем двинулась? Ну, Сан Саныч. За несоблюдение журналистских стандартов. Женщина, вы в своем уме? На слухи. Появление в наших лесах мусух – одно из самых загадочных явлений. Откуда они здесь взялись? Вот вопрос, на который я и моя группа пытаемся найти ответ. И у меня есть ответ на этот вопрос. По одной из версий. Нормальные стандарты. Сухи. Там просто холодно, там ветер. Леса... А ночная охота на уток, вы просто выпали из лодки. Короче, с той стороны леса. А у нас, оказывается, появилась большая зеленая нравится. Жаба. Тихо. Идите работать. Или выпуск сегодня отменили? А сюжет? Сюжет в эфир не пойдет. Спасибо. Дикобразик, мы сейчас все решим.
Что с тобой произошло, Норова? А что мне было делать? Да я не в этом смысле. Я думал, ты уж не обижайся, что ты из беспозвоночных. Эволюция, Сан Саныч, творит чудеса. Может, у меня флюиды какие-то не те. Ну, знаешь, как у скунса. Нет, я не запах имею в виду. Какие-то феромоны, бракованные флюиды, которые отпугивают. Нет, ну правда, они просто меня не замечают вообще. Я тебе надоела, да? Тебе две? Две. Вот тебе тоже надоело. Слушай, хватит ныть ты уже. Ну, вокруг посмотри. Оглянись. Ну, что? Ну, люди ходят. Ничего не замечаешь? Айтишник твой сидит на старащице. Айтишника зовут Витя. Угу. Таращится он не на нас. А на кого? На тебя. Обязательно дозвонись до него, а меня ни с кем не соединяй. Хорошо. Даже с самим? Да, даже с самим. Поняла. Что ты делаешь со мной, Эмма? Зачем эти игры? Ты же хочешь этого так же, как и я. Нам так хорошо было вместе, что я с трудом заставляю себя каждый вечер идти домой. Не молчи. Только одно слово, и я у твоих ног. Пойми меня, Серж. Я боюсь разрушить что-то очень важное, что есть между нами. Что было тогда в ресторане. Это очень хрупко. Будет жаль. Возможно, нам не стоит больше встречаться. Проголодался? Да. Бутерброд сделать? Да. Выпить хочешь? Давай. На работе что-то? Да нет. Так, тоска. Да. Сереж, ничего не замечаешь? Прическу поменял. Ну же, Серж. Ты чего? Я соскучилась. Кран на кухне подтекает. Вызови мастера. Или ты хочешь, чтоб я? Не, я сама вызову. Ну, тогда спокойной ночи. Угу. Спокойной. Thank you.
Доброе. Как скажете. А, Ольга, простите, не знаю, как вас по батюшке. Викторовна я. Ольга Викторовна, не соизволите ли вы посмотреть перемонтированный материал с целью его попадания в эфир с вашего отражайшего одобрения? От чего же? Премного благодарен. Да не стоит. Ольга Викторовна. А хотите? Я прям так поставлю в эфир. Меня только штрафуют. Зато вы прославитесь. Вы же были потрясающий профи. Я из-за вас пошла в эту профессию. Для меня было честью работать с вами в Ньюсрум. Извините. Слушай, ну ты здорово продвинулась за этот месяц. Да? Да, совсем другая женщина. Сама себя боюсь, слушай. Да ладно. Так, ты заслужила хороший массаж. Присаживайся. И что, только массаж, что ли? Не только. Кстати, люблю ваш канал. Серьезно, там показывают такие интересные передачи. Угу. Вот вчера смотрел про этого кита-одиночку. Ну, прям поразился. Плавает в океане один и не знает, что вокруг есть много других таких же, как он. Но я подумал, что этот кит — это я. Ты чего? Мне показалось, ты хочешь. Я никогда такого, правда, не делал. И зачем тебе это надо? Ты не похожа на других. А мне это зачем? Ты что же хочешь? Или нет? Ну да, хочу. Но хочу совсем другого человека. Серж, столь длительная разлука с тобой угнетает меня. А я не привыкла испытывать тоску и грусть. Мне нравится потакать своим желаниям. И сегодня я желаю встретиться с тобой. Думаю, что и ты не против в этот холодный зимний вечер. Эмма. Господи, это еще прекраснее, чем я представлял себя. Неужели? Я тут недалеко заказал столик. Я не голодна. Ну что же мы будем делать? Ты сейчас пойдешь и снимешь номер в этой гостинице. Ты уверена? А ты нет. Можно еще передумать. Включай. Серж, за ваше плохое поведение вы приговариваетесь к тюремному заключению. Срок.
одну ночь. Вам есть что сказать в свое оправдание? Нет. Целиком и полностью ваша честь. Ох, как виновен. Восхитительная, волшебная, потрясающая женщина. Где ты была всю мою жизнь? А ты? Где был ты? Я не знаю. Все было как во сне. Твоя семья тоже во сне. Это все как не со мной. Бедная жена. Ей было бы сейчас неприятно слышать это. Но почему бедная? Ей много не нужно. Зачем они? Когда мы увидимся с тобой еще раз? Все было прекрасно. Дальше мы обязательно что-нибудь испортим. Я думаю, что нам не стоит больше встречаться. Ну, пожалуйста, я прошу тебя. Впервые почувствовал что-то такое, чего нельзя передать словами. Я думаю, вряд ли кто испытывал такое. Поверь мне, я знаю, что говорю. У меня были женщины, но ни с одной я не чувствовал того, что чувствую с тобой. Много? Женщин? 2-3. Какая разница? Я всю жизнь искал тебя. Закрой глаза. Считай до 100. Сумасшедшая. Что такое? Где ты был? Что с краном? Дальше. Убери руки. Где ты был? Да ты что, сдурела, что ли? На работе я был. Мне что, это все одной нужно, да? Сама сказала, что вызовешь мастера. Не ори на меня! Я не могу так больше, нет. Я не могу так больше жить. Все, я устала. Я больше так не могу. Ну что, тогда, может, не стоит?
Давайте, если быстрее, а то опоздаем. Передайте своему папе, что сегодня воскресенье. Пап, слышал? Сообщение передано. Ответ будет? Абонент вне зоны доступа. Ну что, может, в цирк съездим? Не, я пас. А у вас что, гастроли? Ну, ты меня подколол, сын. Ясно. Весело у вас. Ев, куда? Ада есть? Кто посмеет нарушить их покой, навеки будет наказан. Свинья. То, что ты сделала со мной вчера, это было подло, жестоко, унизительно. На черт, это было заслужено. Любая рядом с тобой – ничто. И теперь, когда я узнал тебя, все понял. Что ты хочешь, чтоб я сделал? Хочешь, я все брошу? Я теперь все могу. Никогда еще во мне не было такой силы. Я всемогущий, Эмма. Я Бог. Приказывай. Я приказываю тебе! Люби меня! Люби меня! Уволили? Не дождешься. Зря ты так. Не я, между прочим, первая начала. Отстань от меня. Ну, все же нормально было. Ну, какая муха тебя укусила? Тебе что, больше всех надо? Я тебя по-человечески прошу, оставь меня в покое. Ты понимаешь, что ты к нему вот пристала? Он великий человек. Он тайгу с камеры прошел. Он с медведями жил. А ты? А я тут со змеями средней полосы выживаю. Юморная. Тебе бы в Москву. Нет, я нашу дикую природу ни на что не променяю. В последний раз предупреждаю. Отвяжись от него. Пожалеешь. Дай пройти. Поняла? Ты кивни, если да. Сан Саныч! Сан Саныч, я так больше работать не могу! Это истеричка! Да посмотри, что она со мной сделала! Кто? Норма? Задержите ее! Олег, ты что стоишь? Иди давай! Господи, как я устал от твоих истерик! Вот почему я предпочитаю наш любимый животный мир. Господи, что вам всем от меня нужно? Что вы ко мне пристали? Нельзя терпеть, нельзя. Но вы же не терпите, вы боретесь, разве не так? Бесполезно. Ну почему меня вот удернули? Спасибо большое, каюсь. Искуплю ужином. Я что, вызываю жалость, что ли? Дайте-ка посмотреть. Не надо издеваться. Нет. Определенно нет. Любопытство, да. Вы похожи на утконоса, точно. Не обижайтесь. В том смысле, что таких, как вы, мало и редкая птица. Нуждаетесь в изучении и заботе. Спасибо. Интересно, вы на кого похожи? Читали про одинокого кита. Он издает сигналы на своей частоте. И вот представьте, кит хочет поужинать с дамой, просит ее об этом, а дама не слышит. Хватит.
Простите, пожалуйста, у вас занято? Свободно. Приятного аппетита. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Приятного. И вам. Ну как? Компьютер. Нормально. А, нормально. Нормально. Нет. Нет? Нет. Виснет. Виснет, да? Виснет, особенно на вот этих сайтах. А вкусная и полезная пища. Ну, так я могу помочь. Спасибо. Я вечером после работы зайду и заберу к себе в кабинет компьютер. Тресни меня. Ты больная? Ты что, не понимаешь? Они наорут на нас и помирятся. Что за детский сад? Скажи, положа руку на сердце, у тебя когда-нибудь еще будет такой шанс? А ну-ка. В кого? В Лилию. Черт, напугал. А я думал, что все ушли и... Плевать. Плохо дело. Только этой старой ведьме не плевать. Ок, приди же, моя Дездемона! Так. Какие-нибудь важные файлы, сайты? Я днем все перенесла. Хорошо. Надо подождать. И я подожду. Угу. Спасибо, что вы остались из-за меня. Можно на ты и... Ничего. Мне все равно некуда спешить. Мне тоже. Не надо. Смешно. Что это за игры? Хочешь кофе? Приходи завтра в 9 вечером.
Добрый день. Привет. Да. И тебе тоже привет. Работает? Что? Компьютер. А, компьютер. Да. Да. Работает. Вот. Вот. Все нормально. Все в порядке. О, да, работает. Угу. Ну, ладно. Это что? Это кит. Вот сюда и... Держись, держись, держись! Это глупо. Да, давай снимем, я не умею. Пожалуйста, я так мечтала. Я думала, будет как в кино. В кино? Кино с первого дубля никогда не бывает. Давай, пойдем. Оп, встаем. Оп. Морепродукты, Олег Борисович, свежие, только привезли. Нет. Пока подожду. Понимаю. Ну, что ли, давай. Виски. Без льда. Хорошо. Удивлена. Неужели все дело в декольте? Нет. Дат. Ольга? Но как? Почему? Тук-тук-тук, кит. Открывай. Утконос пришел. Какая у тебя частота? Я настроюсь. Это для меня. Мы же собирались ужинать. Черт, мысли путаются. Что я должен сейчас? Заказать. Никогда не слышала, чтобы вы так долго молчали. А что вы хотите? Я пригласил на ужин скромного редактора, а ужинаю с Матахари. Неужели внешность так сильно действует? В дикой природе самец, если встречает такую, сразу понимает, что ему нужно приложить больше усилий для завоевания.
больше, чем он рассчитывал. Понимаете? То есть невзрачная самка павлина берет и сама распускает хвост. Именно. Для павлина это шок. Не поверите, но хвост сразу опускается. Поднимайте ваш хвост. Пойдемте танцевать. Ну и для чего вы пригласили меня на ужин? Хотели получить сатисфакцию за сорванный сюжет? Отомстить? У вас богатая фантазия. Хотел посмотреть, что вы за птица. И потом, вы мне понравились. И каков ваш вердикт? Уже время вердиктов. Да, у нас слишком мало времени. Вы самая необыкновенная, которую я когда-либо встречал в жизни. Целуйте меня. Целуйте. 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 И кто такой? Стоп. А, что за... Ты ее зачем руками трогаешь, а? Сережа. Охрана! Что за... Сережа, посмотри на меня. Руки убери. Сережа. Оль, ты его знаешь? Какая Оля? Какая Оля? Она ко мне пришла, меня ждала. Я не Эмма. Кто ты такая, я тебе потом расскажу. Хам. Сережа. Постой. Постой. Спокойно. Иди сюда. Не думай об этом. Иди сюда. Я вас всех запомню. Отпусти! Ну и? Отпустите! Кто это был? Это был мой муж. Неправда. Мужья так не ревнуют. А мой ревнует. Ну, подумаешь, телефон разрядился. Придет он. Куда он от нас денется? Кушать хочется. Иди и приготовь. Ну, мам, может, он на работе задержался. С друзьями выпил-то. Ну, вообще, какая разница? Ты все равно с ним не разговариваешь. Ну, что, что? В первый раз, что ли? Козел. Ай. Не смей так об отце. Получил. Соседку снизу никто не видел? Сумасшедшую эту? Неа. Так. Я сейчас. Ты есть-то будешь? Буду. Я уже хотел тебе сирену отпеть. Ты как тут вообще, а? Ну как? Ты что, завязала, да? С чем? Ну, с занятиями. А, ну да. Я тебе звоню, ты трубку не берешь. Да я что-то вообще не в адеквате. Слушай, если ты из-за меня, то не бери в голову. Тот случай, он вообще не повод. Спорт – это самое главное, а все это любовь, морковь. Вася, ты такой славный. Да. Правда. Ну, ты это... Не понял? Ни хрена себе. Господи. Тихо. Спокойно. Не надо. Молчать. Тихо. Джекпот. Чего? Не надо.
Сейчас поймем. Не надо. Сережа! Ты тихо, что? Тихо! Вот туда! Сережа! Сережа? Это что, твой? Да мой, мой! Вставай, давай! Ха. Давай! Да подожди, дай помогу. Аккуратней. Вот сюда. А, тихо. В хлам твой, Сережа. Я думал, тут есть кого любить. Слушай, не твое дело, гуляй уже, Вася. Давай я хоть помогу донести. Не надо! Сережа? Сережечка, ты как, а? Живой? Ну как ты, а? Эмма. Что? Навалили. Мало тебе наваляли. Кто это был? Ты вот где был, а? Ты мне изменяешь. А ты? Ну, не играй со мной. Простит. И я бы простила. Не чужой все-таки. А я бы нет. Я звонила тебе сегодня несколько раз. Весь день тебе звонила. Извини, неприемный день. Ни одна не приняла, да? Мне сейчас тебя жалко. О, идут! Да играй быстрее, дети не должны это видеть. Тяжелый. Не бросай. Заткнись! Гад! Вставай, ну! Какой же ты здоровый-то! На, выпей. Ты в состоянии меня слушать? Ну. Мы с тобой женаты уже... Косте 14, значит, почти 16 лет. Почти 16 лет. Ужас какой. Все эти 16 лет, ты знаешь, я думала, у нас одна большая семья. Мы один за всех и все за одного. Пора-пора. Давай порадуемся. Ты можешь не боязничать? Хотя бы один раз в жизни. Сереж, я хочу забыть эти 16 лет. Ну, хотя бы 10. Я уже все забыл. Я хочу вспомнить, зачем я вышла за тебя. Но не такого же я полюбила. Секундочку, мы сейчас займем место в партере. Сережа, я не могу до тебя достучаться. Давай утром. Да? Сейчас поспишь, а утречком поговорим. Если бы ты только знал, Сережа. Милый мой одиночек, я пришла к вам на свидание, чтобы вы почувствовали себя в моей шкуре, и чтобы вам стало так же больно, как и мне. Oh,
меня. Я попробую. Боже, какой ты ледяной. Пойдем домой. Побежали. Ага. Скажи мне, пожалуйста, вот мы катались на этих чертовых лебедях. Ходили на танцы, на каток. Вот теперь мы встречаем рассвет. Ответь мне, зачем? А ты не будешь смеяться? Не, у меня не получится. Понимаешь, у нас с тобой все пошло сразу как-то, ну, неправильно. А мы с тобой взяли и все исправили по экспресс-программе. Слава Богу. А то я думал, ты немножко того. Дурак. Пойдем ко мне картошку жарить. Побежали. Командировка? Это не командировка. Не поняла. Ничего, я просто видел тебя с другим мужчиной. Так ты узнал? Да, я все узнал. И заметь, я не спрашиваю, как его зовут, кто он такой. Вполне достаточно того. Вас видел весь подъезд. Ты спятил, Сереж. Глупость. Я тебе сейчас все объясню. Нет, не надо мне ничего объяснять. Спасибо. Я тебе сам изменил. А с кем? Какое это имеет значение? Да и какая разница с кем? Здесь я жить больше не могу. После всего этого я тебя просто не люблю. А где ты будешь жить? А я не знаю. Правда не знаю. Никого нет. И я. Да я и не совсем кто-то. Во всяком случае, не чужой человек. Понимаете, за ней нужен уход. И присмотр в домашних условиях. А родственники? Может, она звонила кому-то? Нет, никому не звонила. Она совсем одна. Дело в том, что с сердцем у нее абсолютно все в порядке. И она удивительно здорова. Как это? Игры разума, я полагаю. Пожилые люди часто подобным образом пытаются обратить на себя внимание. Иногда, оставшись одни, они совершенно непроизвольно впадают в состояние стресса, нервничают и как бы имитируют приступ. Им действительно делается плохо. И разубеждать их в обратном – совершенно бессмысленное занятие. Они ни за что не поверят, что они здоровы. И что делать? Любовь и ласка. Вот и все. Не бесит кефир, он... Здравствуйте. Здравствуйте. Полина, как вы себя чувствуете?
слышу шаги. Неуверенные. Значит, Ольга. Ну? А как дела? Эммы? Да плевать я на нее хотела. Почему вы не позвонили? А потому что мое сердце не ваше дело. У меня с ним старые счеты. А Семен мой у вас? У нас. Выглядишь ты, Эмми. Ну? Так. Как дела у Эммы? Нормально. Лучше, чем у Ольги. Он с ней? Он? Он с тем, кого он больше всего любит. С собой. Ага. Значит, Ольга решила не бороться. Понятно. Это понятно. Но Эмма никогда не поверю. Это на нее не похоже. А если она не знает, за что бороться? Так же, как и я. Ну, тогда надо решать. Но прежде хорошенько подумай. Дети вырастут и уйдут. Останется только гордость неуемная и сердце разбитое, ворчливое. Полина. Что, Полина? Что, Полина? Сожалеешь? При чем тут я? Каждый выбирает за себя. Сережа, когда мы можем поговорить? Ты провалил свой экзамен. Мне не нужен мальчишка-ревнивец. Мне нужен зрелый мужчина, который может найти достойный выход из любой ситуации. Ты меня здорово наказала. Ткнула меня в лужу, как щенка. Я исправил. Я все понял. Я рада. Как исправил? Я ушел от жены и снял нам дом. Так, как ты хотела. Ты теперь мне веришь? Значит так, я не стеснительный. Я просто скромный. И мне не очень нужны другие люди, понимаешь? Чужие другие люди. Мне самому собой очень интересно. Ясно. Ты чего? Нет. Если я тебе это говорю, ты для меня не чужой человек. А интроверту очень нужен. Один не чужой человек. То есть ты... Ты хочешь сказать, что... Я хочу сказать, что... Как же это сказать? Что было бы неплохо вместе по утрам пить кофе. Точно. Точно. Не помешаю? Нет. Да нет, что ты. Познакомились уже, да? Да. Мы почти уже и поженились. Витя. Что, ребят, правда, что ли? Господи, какое счастье. Я так рада за вас. Честное слово. Оль, ты чего? Что вы со мной делаете? Вы только не обижайте друг друга. Что-то случилось? Нет. Мне просто приятно видеть. Ваше простое счастье. Что-то мне кофе расхотелось. Я пошла. Оля. Тихо. Не надо. Что случилось? Ей муж изменяет. Оля? Я тебе ничего не говорил.
Уделишь 2 минуты? Мне же кажется, что уже все выяснили. Это иррациональное. От меня-то что нужно? Я не знаю. Тянет к тебе вот и все. Дикая природа. Она. Я когда почувствую зов, я запчу. Я подожду. Дикобразик, ты идешь или нет? Эй. Сёма. Предатель. Оставь его. Он выбрал помоложе. Все они кобели такие. Ну, как вы тут устроились? Хорошо. Даже слишком. Так и помирать передумаешь. Тьфу на вас. Эй. Эй. А ну-ка покажи мне Эмму. Ну? Я здесь. Должно быть полное ощущение весенней тундры. Хорошо. Так. Ребятки, тут должна быть красивая картинка, яркая, как в сказке. Уволю собачьим чертям. Так, кто встречает гостя? Я встречаю. Так чего ты здесь стоишь? Ой, бегу. А чего вы кричите? Это я кричу? А вы кто? А ну марш отсюда. Варюша, Варюшенька, ты готова? Давай сюда. Да-да, не волнуйтесь. Ага. Слушайте, вопросы записаны. Возьму интервью у вашего шамана. Не моего шамана. Это выдающийся человек современности. Знаток тундры. Маг и волшебник. Опозоришься, поедешь за ним в тундру. Сан Саныч, только за вами. Рад. Очень рад. Наслышан. Как доехали? Ой, здравствуйте. А можно? Сейчас. Варя. Варюша. Посмотрите. Это чтобы рейтинги росли. Вы готовы? Мы готовы. А вы? И мы. Сколько до эфира? 2 минуты. 2 минуты. Всем вон, вон. Нет. Я слышать здесь жизнь. Я слышать любовь. Этим и живем. Большая любовь. Подрасскивается, что-то ремонтировал, что-то так далее.
Мама, уйди. Оставьте меня все в покое. Мам, уйди. Там бабушке плохо. Говорит, умирает. Мамочки, как же вы мне все надоели. Скажите ей, пусть подождет. Ба, может, водички? Пошли, Сём, пошли, малявка. Иди, малявка, идем. Сам ты малявка. Мам, тут надо скорую вызывать. Не надо скорую, бабушка Полина так шутит. Да как ты можешь? Дети, я вас очень люблю. А сейчас быстро, все за дверь. Идем. Сёма! Ну что, сэр Бернар, ну и чего мы добиваемся? Я так понимаю, ответа не будет? Злишься? Отлично. Отлично, слабые герои, не только в плохих пьесах. А у нас пьеса крепкая, хорошая. Да? А если я не сильная? Если я сама себя объегорила? И все равно играй. Пока занавес не закрылся, играй, играй ва-банк. Ну, ты понимаешь, иначе же смертельно скучно жить. Чтобы показать вам этих удивительных любовников, команда нашего спецпроекта забралась в самую чащу Амазонки. Самые горячие любовники на свете. Присмыкающиеся? Как бы не так. Самые настоящие донжуаны. Вот здесь, незаметные глазу, расположены ложноножки, которыми он щекочет партнершу. Самец нежен. Он поглаживает ее хвостом, но прежде чем самка его подпустит, ему нужно сразиться с конкурентом. А черт наглый. Самцы оплетают друг друга, и тот, кто окажется сильнее, вертлявее и длиннее, тот и получит свою женщину. Но ты гад. Кто там? Ну вот я вам сейчас руки пообрываю. Эмма. Какой ты жестокий. Мне нравится. Ты пришла. Ты меня с ума сводишь. У тебя жарко. Боже. Давай поговорим. Ты что, не соскучился? Нет, я очень соскучился, только это очень важно. Да что может быть важнее? Сумасшедшая. Такая, как тебе нужно? Да. Ну же, смотри на меня. Нет, нет. Посмотри на меня. Нет, 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 ну нет. Ну все, смотри. Не буду. Ну посмотри, что ты боишься? Да я себя боюсь, не тебя. Послушай. Ну посмотри на меня, Сережа. Да послушай. Я понимаешь, я посмотрю на тебя, начну говорить, собьюсь, все. Ты снова исчезнешь, мне тебя снова искать. Какой же ты твердолобый, Сережа. Выходи за меня. Что? Будь моей женой. Ты
ты же женат. Я подал на развод. Что ты сделал? Но она пока ничего не знает. Может, это даже к лучшему. Она мягкая, бесхарактерная, но поплачет, перестанет, отпустит. И мы с тобой поженимся. Правда, я не понимаю. Ты слышишь меня? Может быть, я не соответствую. Но я люблю тебя. Сволочь. Правда, люблю. Может быть, это банально, но я тебя искал столько лет. Я тебя никуда не отпущу. Я сделаю все, чтобы ты была счастливой. Ты слышишь меня? Какая же ты сволочь. Да, ругай. Ты ругай меня, ругай. Только не гони, ладно? Я тебя буду ждать. Дай сколько понадобится. Слышишь? Так любишь, да? Люблю. Это тебе за жену. А это от меня. Не уходи. Не уходи. Мне надо подумать. Не провожай меня. Останься. Сергея Викторовича совещание. Я прошу прощения, у Сергея Викторовича совещание. Вы слышите меня? Сергей Викторович. Ничего, ничего. Вот этот сюрприз. Чем обязан? И тебе доброе утро. Отлично выглядишь. А ты что, не с той ноги встал? И ноги тебе мои не нравятся. По-моему, ничего. На звонки ты не отвечаешь. Хочешь шоу устроить? Я думаю, сегодня не надо.
У меня мало времени. Я ненадолго. Вы, сударь, изволите любить другую? Ну, поясничать тебе никогда не шло. Ну что вы, я не для того. Но раз уж мы все понюхали цветок правды, я больше не могу молчать. Я беременна. Сережа. Прости, я не понял. А что ты не понял? Я беременна. Интересная реакция. Ты что, серьезно меня считаешь таким идиотом? Ну что ты? Это еще мягко сказано. Ой, господи, ей-богу, думал ты потоньше. Так примитивно. Она беременна, пытается его удержать. Господи, были до опера. Не-не, не старайся, Сереж. Это так, для информации. Это не твой ребенок. Лихо. А чей? Человека, которого я люблю. Я просто не успела тебе рассказать. Ты же первый начал. В общем, я подаю на развод. Да. Так. Насчет ребенка, это правда? Такими вещами не шутят. И от кого он? Чей ребенок? Кофе? Давайте чуть попозже. Да. Давайте. Хорошо, хорошо. Сережа, не ори. Я прекрасно знаю тебя и твою пассию. Так что мы квиты. Чей ребенок? Я же не спрашиваю тебя, кто твоя фифа. Не смей. Не смей. Обиделся. Ну, прости. Я наняла адвоката, и он тебе позвонит. Даже не думай, я не дам тебе развод. Чужого ребеночка будешь растить. Сергей Викторович сегодня просто зверь. Ничего не подписал. Привет. Что-то не так? Я испачкалась? Нет, нет, ты прекрасно выглядишь. Как дома? Хорошо. Ты ничего не хочешь мне сказать? Оль, если тебе нужно поговорить... Не очень. Выпуск сверстала? Ну, как хочешь. Фу ты, ну ты. И тебе доброго. Неужто у родственников ночевала? Не успела заехать домой переодеться в свое? Тончайший юмор. Прям как паутинка. Потише. Ну-ну. Подводки. Я вот посмотрел такое кино и задумался, а правильно ли я живу? Не сбиты ли у меня жизненные принципы? Не сбиты ли у меня прицелы? Нет, конечно, есть такое кино, что приходишь в кинотеатр, такое посмотрел, поржал. Да. Взрывы, экшен, трах, бабах. Но вот потом ты выходишь из кинотеатра и задаешь себе такой вопрос. А зачем? Выбери сам, тигренок, выбери сам. Ты не обиделась? Нет, нет. А вдруг тебе не понравится? Мне все понравится. Но нужно же помочь Оле. Наташенька. Помнишь, в нашем детстве были такие трансформаторные будки? Угу. На них еще надпись была. Не влезай, убьет. Я не влезала. А я влез. Витька. Да ничего страшного. Я пару лет немножко заикался, но, как видишь, жив. Слушай, ну при чем же здесь будка? А при том, что чужая семья, это и есть, это самая будка. Угу. С надписью «Не влезай, убьет». Мы потом еще виноваты будем. Витечка, ну она же такая красивая. Она же умная такая. А он?
тигренок. Вы сегодня в образе Жанны д'Арк. А вы, я так понимаю, только из Африки. Что делать? Любовь не знает границы континентов. Как Отелло? Бдит. Олег. Умолкаю. Но если это так подогревает ваши отношения, то я готов еще раз пообедать и побоксировать. Правда, правда. Эмма. Очень мило, спасибо. Но не надо. Если вы сейчас не войдете в клетку к пантере, мы не выйдем в эфир. Кто там? Судьба. Ты пришла? Я подумала. Ну да ладно. Приехала. Ты что, не рад? Нет, ну почему же? Очень рад. А что это за запах? Какой запах? Серж. Что такое? Боже, так же нельзя делать. Ну ничего, я теперь всегда буду с тобой. Всегда. Ты куда? Я свет включить. Я же не люблю свет. Какой? Никакой. Ты же знаешь. А? Иди сюда. Представляешь, к нам на реставрацию привезли Шагала. Он висел просто в прихожей, они думали, что это копия. Серж, ты любишь Шагала? Очень. Особенно его картину с танцующими красными человечками. Танец Матисса? Серж, что может быть более разным, чем Матисс и Шагал? Ну, прости, я экономист. Иди сюда. Серж, что ты делаешь? Это что? Телевизор включу. Ну-ка, дай сюда. Но канал «Культура». Как мы не заметили этот ящик? Прости, дом сдавался. Хозяева, видимо, тоже необразованные. А что это? Это я. Ты что, голоден? Ну что ты, нет? Все, что попадает в желудок в это время суток, крайне неполезно и отягощает его. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что это? Это музыка, Серж. Она расслабляет, гармонизирует душу и тело.
Принеси. Хозяйка! Хозяйка! Принимай работу. От мужа чай? Что от мужа? Теперь почитай, каждая вторая от мужа. А ведь не понимает, что душа в душу жить, та еще работенка. Думали на всем готовеньком, а? Извиняйте. Что-то я не пойму, вы психолог или слесарь? Может быть, каждый будет заниматься своим делом? Так кто же его знает? Сегодня слесарь, а завтра почитает что-то другое. Жизнь она такая изменчивая, как баба, извиняюсь. Вот вы сегодня одна, а завтра другая. А правда она посерединке. Даже на изнаночку. А вы замки ставит. Ну ничего, замок хороший, крепкий. Не беспокойтесь, не откроет. Всего хорошего. До свидания. Сергей Викторович, звонит какая-то Эмма. Очень настойчивая. По-личному соединить. Милый, чем ты так страшно занят, что не можешь говорить? Я понимаю, новая жизнь может испугать. Ты можешь быть спокоен. Тебе не придется больше тяготиться бытом. Вся эта рутина для обывателей, не для нас. Нас ждет увлекательное путешествие по самым потаенным уголкам душ. Взаимное самопознание и рост. Мы будем дополнять друг друга. Мы станем одним идеальным существом. Движение кисти. И вся жизнь перед глазами. О, Боже! Боже мой! Мне только что звонил твой адвокат. И что это значит, что дети остаются с тобой? А с кем же еще? Я же их мать. А, мать. О, ну все, я кладу трубку. Подожди, подожди. Может быть, обсудим? Ты не задумывалась о том, что я могу скучать по детям? Ну и ты же сам ушел. Все, пока. У меня эфир. Не смей вешать трубку. Не смей вешать трубку! Thank you.
Оля, открой, это я. Набираю 02. Вы знаете, который час, господин домушник? Простите, а вы кто? А я в такое время не знакомлюсь. Секунду, подождите. У меня здесь жена должна быть. Жена и двое детей. Мальчик и девочка. Слышите меня? Еще неделю назад были. В полиции разберутся. Это моя квартира. Все. Подожди, Шипокляк, это ты, что ли? Ты что там делаешь? А Ольга где? Она замки сменила. Вы уйдете? Детей разбудите. Как, дети дома? Ева, Костя! Ну ты посмотри, пьяный он, что ли? Открой! Нету ее. Открой! Уехала. Как уехала? К нему, что ли? Хорошо. Я еще вернусь. Я еще с понятыми вернусь. Ты поняла меня? Два сапога пара. Орленок учится летать. Это тебе. Боже, цветы. Как банально. Но все равно очень мило. Спасибо. Поставь их куда-нибудь, они же живые. Это уберешь. Сейчас. А где ты был? На работе. Не опускайся, должи. Я чувствую тебя, а ты меня. Представляешь, она, оказывается, не ночует дома. Ты был у нее. Боже, какое мещанство. Нет, но ты неправильно все поняла. Я просто хотел навести детей. Как это мелодраматично. Я не думала, что ты склонен к сентиментам. Отправиться ночью к чужой женщине, чтобы навестить детей. Ну, почему к чужой? Ну, наверное, мы же еще не в разводе. Детей я очень люблю, ты же знаешь. Мы же собирались смотреть Джармуша. А, я знаю. Мне иногда кажется, что ты меня совсем не понимаешь. Ну, как ты можешь так говорить, что ты? Иди ко мне. Оставь меня. Я опять пропуск забыла. Да ничего. Вы проходите. Да, да. Проходите. А вы идите, идите. Я запишу. Хорошо. Искал. Угу. Да? Да. Уже иду. Угу. Очень хорошо. Варен в старой студии. Там. Ау! Сан Саныч! Вы решили поиграть, да? Ну, мне же
скоро. Ау! Сан Саныч! Ау! Ну, давайте позже поиграем. Эй, вы! Откройте! Вы заперли меня! А, значит, так-то, да? Угу. Давай, давай. О! Моргнул! Ты видел? Он первый моргнул. Я думаю, о реинкарнации у вас с ним одно лицо. Ты бы лучше о рейтингах думал. А что, у меня с ним все ок? Ты имей в виду, что ты часть нашей дикой природы. И если нас закроют, чертовой бабушки, то конец твоим брачным играм. А что? Что? А вот, 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 вот. Что это? Это эфир? Подводки где? Аппараты, номер! Аппараты, номер! Норова, вы что, там обурили, что ли? Сан Саныч, там Варвара пропала. Что? Исчезла. Оставила телефон, куда ты вышла. Мы не можем ее найти. Убью! А что вы на меня кричите? Я что, нянька ей, что ли? Если мы сорвем эфир, нас вообще закроют. Рекламу дать? А? Что вы на меня смотрите? Ну, давайте я вместо нее сяду. Давайте. Почитаю текст, подводки там. Нормально выгляжу, а? Нормально? Сан Саныч... А? Да нет, я не могу, у меня полный завал на работе. Часа через два минимум. Да, все, хорошо. Держись, целую. Ничего страшного. Шикарно выглядишь. Все, настройся. У тебя все получится. Так, ребят, поживее, давайте 5 минут. До эфира 5 минут. Все будет хорошо. Кто здесь? О, путники, что нужно вам в мрачной стране Аида? Как здорово! Вы сегодня Херон, да? Харон, о смертная! Заходи давай. Ну так кто же вас привез в преисподнюю так рано, а? Оп! Ну что, и снова здрасте. Детей используем, да? Нехорошо. Аккуратно. Куда? Что вам нужно, гражданин? Идем. Давай, давай. Идем гулять. Я устала, Костя. Мне дети нужна моя жена. А то на телефонные звонки она не отвечает, дома не ночует. Квартиру детей оставил на сумасшедшую. Беспокойно, знаете ли. Немножко. А теперь насчет колес. Вот чего не прощу, так не прощу. Это зачем нужно было прокалывать мне колеса? Фу! Спокойно, медленно опускаем руки. Ладно. Не двигайся. Да спокойно же. Опускаем руки. Опускаем. И делаем шажок назад. Ну, чуть-чуть левее, левее. Еще, еще. Раз, два. Вот так. Вот так. Баба-яга! Ты зачем дверь закрыл? Открой! Открой! Открой дверь! Что ты будешь делать? Поехали. Добрый день. Сегодня с вами я, Ольга Норова. И самые последние новости нашей планеты. Коротко о главном. Вы там еще? Что вы там делаете? Хоть расскажите. Читаю поэзию. Серебряный век.
Хотите, я вам почитаю северянина? Я северянина не люблю. Я Фету люблю. Ну, что я вам сделал, а? Ну, Бога ради. Видите ли, Серж, я живу в этом доме 25 лет. И ни с кем из соседей не общалась, да боже упаси. А потом приехали сюда вы. И я уже знала, когда у Костика выпал первый зуб, когда Ева начала ползать, когда она пошла. Я знала, какие фильмы вы смотрите. Я слышала, как вы ругаетесь, ссоритесь, и какие гости к вам ходят. Послушивали? Потом мне пришлось завести собаку. Дети ваши выросли и стали громко включать музыку, танцевать, стучать, воду не выключать. Ну и я освоила игру на батареях и познакомилась с участковым. Самое ужасное, Сережа, что я привыкла и привязалась. Поэтому шины прокололи. Да это не я, Сережа. Ну, клянусь вам, это не я. Лёнь, стой. Ну? Там прибилось что-то в старой студии. Воет, послушай. Да, может, дворняк забежал, а вот и воет. Ничего. Что делать? Открыть? Мало ли что. Да скажи охраннику, пусть разбирается. Чё ты? А ну замолчи там, слышь? Слышь, скулит, что ли? Ну, стой. Ты прав, но подождем рейтингов. Но это было хорошо. Не хорошо, отлично. Что? Ого. Держись. Ты просто гад. Ты подлец. Рыбочка. Ты просто гнусный предатель. Он убрал меня с дороги, чтобы быть с ней. Росомаха может преследовать своего обидчика сотни километров. Беги. Ага. А ну-ка, стой! Да брось! Ушел? От меня? Шутишь? Держи. Выходи, амнистия. Устроили из кладовки склад. Ну, извини. Не успели разобрать к твоему приходу. Ты зачем замок поменял? Сломался. А ты сама не сломалась? Эту с детьми оставлять. Ее зовут Полина. О, как. Дети ее очень любят. Да, насчет детей. Что? Хочешь их забрать? Заберу. Пожалуйста. Привет, мам! Солнышко, милая моя. Мы покушали. И мы идем делать уроки. А насчет рыбалки, мы же договорились, правильно? Значит... Беременна? 6 недель. Ясно. Это все? Все. Детей сегодня заберешь?
Сегодня не могу. Я позвоню. Ну, тогда иди. Едой пахнет. Тебя же там ждут дома. Зря ты так. А, добрый вечер. Мне нужна машина. До бульвара. Только мне нужна машина очень быстро. Плачу двойной тариф. Выбегаю. Давай. Поешь по дороге. И Отелло своего покорми. Ни за что. Паучихи – самые жестокие из членистоногих. Одна на всю жизнь – это про них. Это они после спаривания убивают своих беззащитных партнеров. Все мы слышали эти леденящие кровь истории, но это неправда. Вернее, это не вся правда. 40% паучих вообще не убивают своих пауков. Оказывается, паучиха убивает своего партнера вовсе не из ненависти. Она убивает его, потому что она просто голодна. Поэтому догадливые пауки приходят к своим паучихам с презентом. Насекомым, пойманным и красиво запакованным в кокон. О, Господи. Мы должны были встретиться в театре. Я даже унизилась до звонка. Но ты не соизволил мне ответить. Да, прости меня. Не надо. Не унижайся больше. Я не хочу знать, где ты был. Но не было совещания. Мне абсолютно все равно. Балет был прекрасен. Я на секундочку. Очень. Но это мой телефон. Ты меня что, проверяешь? А надо? Я думала, что нам нечего скрывать друг от друга. Может быть, я ошибалась. Здравствуйте, сегодня с вами я, Ольга Норова. И самые последние новости нашей планеты. В Лучинске появилась необычная кошка-путешественница. Очень стойкая кошка. Она провела весь день на крыше маршрутки. Как она туда попала, неизвестно, но в конце концов бедняку заметили неравнодушные водители. Дети, сюда скорее! Избелительницу приютил мама? У себя дома хозяин и назвал Масю. Он сообщил дикой природе, что Мася чувствует себя хорошо и с удовольствием кушает рыбку. Ау! Ай! Да ну хватит! А теперь новости из Индии. 50 лет в рабстве. Какая вульгарная особа. Где они только таких берут? Избивал, морил голодом и заставлял работать на улице. Она очень даже ничего. Индийские защитники животных прекратили. Боже, какие страсти! Не могу! Переключи, Василек! Ба, дай ты смотри. Я сказала. Ну, ба, пожалуйста. Еще 7 минут и на ужин. Хорошо. После стольких лет заплакал. А новостей на сегодня больше нет. С вами была Ольга Норова. Я тебя сегодня в эфире видел. Очень красивая. Очень круто. Бомба. Слушай, я знаешь, чего хотел спросить? Не о чем. Насчет ребенка. Ты помнишь? Да, у нас. Но один раз-то был у нас. Ты уверена, что он не от меня? Уверена.
так, но может чисто теоретически. Нет, Сереженька. Дети рождаются не от этого, а от любви. Знаешь, кто ты? Кто? Дура. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся в жарких джунглях. И прибыли мы сюда, чтобы понаблюдать за брачными играми этих гордых птиц. А это, я вам скажу, впечатляет воображение. Все начинается с самки, которая презентует себя понравившемуся самцу. Она испражняется перед ним. Он отвечает ей взаимностью. Потом они вместе клюют пищу, как будто бы регистрируют отношения. После этого самец бьет крыльями, поднимая тучу пыли. И кричит «Ба-б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 а». Это совершенно не означает, что он хочет выпить. Нет. После этого они долго трутся. Не снимай! Не снимай, я тебе говорю! Убери это все! Поздравляю с дебютом. Это было чудесно. Спасибо. Поздравляем. Прекрасный эфир. Поздравляем. Спасибо, я рада. Здравствуйте. Вы понимаете, вам через полгода все равно нужно искать... Ничего подобного. Никуда ты от меня не уйдешь. С такими цифрами не отдам. Отведешь, поедешь на выходные, родишь. Ага. Ну, а потом опять в эфир. Эка невидаль. А воспитывать кто будет? Вы? Да с такими рейтингами я сам за тебя рожу. Ловко ты все спланировала, да? Варя? Прям респект. Варюшенька. Не волнуйся, это разовая акция. Да, конечно. Трофей видела? Варенька, очень хорошо, что ты здесь. У меня для тебя замечательное предложение. Норова свободна. Пустите меня к ней. Ты куда пошла? О, Олег. Олег, у меня для вас, Варя, замечательное предложение. Вам очень идет. Варенька. Правда. Олег. Понаехали. Пойду мусор выкину, ладно? Я в астрал не могу выходить, когда ведро полное. Я быстро. Музыка играет. Послушай, я вот что хотел тебе сказать. Давай я завтра к вам пораньше заеду. Махнем все вместе куда-нибудь. Я ж детям обещал. Ну, там воздухом подышим. И ты поедешь. Тебе ж полезно. Я ничего, нормально. А ты как? Хорошо, спокойной ночи. Больше не буду. Загоняй!
Готова? Готова! А я готов. Поехали. Поехали! Здесь моя королева. Вставай, замерзнешь. Ну что, может, на сегодня хватит? Не-не-не, 2-1. Давай, побежали. Нет, хватит. Еще, а где мама? Еще. Побежали, побежали. Пап, ну хватит уже, поехали. Да, действительно хватит. Моя королева. Поехали, взрослые против детей. Если ты валявкой, ну нет, ну, ребята. Ну что, готовы? Всегда готовы! Все, поехали! Ты его любишь? Не знаю. Слов не могу подобрать, как-то все это странно. Я не помню, я где-то читал или, может, видел. Есть в океане такой кит, который общается с другими китами, только на другой частоте. Его никто не слышит. Вот так плавает один. Наверное, дефект. Ну да, ну да. Папа! Едем! Едьте сюда! Мне сначала казалось, что я и есть такой кит. А потом подумал, что я не хочу. Я не такой, как он. Пап! Ты чего? Ну, папа! Я соскучился. Не надо. Мне все время кажется, что это мой ребенок. С чего ты взял? Ну, не только женщины чувствуют. Мужчины тоже. Скажи только слово. А, мам! Ну, вы едете или нет? Поехали! Нормально. Но ответь же. Что ты делаешь? Я же просил тебя сюда не звонить. Я с детьми. Ты что такое говоришь? Подожди. Ничего не делай. Я приеду. Когда ты перестанешь надо мной издеваться? Не драматизируй, пожалуйста. Скажи, что такого случилось за эти полдня? Дорогая, что это за мысли? Что это вообще значит? Уйдем вместе. Не кричи, на нас все смотрят. Да мне плевать! Я просто хотела сказать, чтобы мы ушли с сайта знакомств. Вместе, одновременно. Как мне это все надоело. На что ты намекаешь? Я не намекаю. Я все имею в виду. Я не могу так больше. Чего ты не можешь? Я жить так не могу. Ты сама понимаешь, во что ты мою жизнь превратила? Я домой хочу. Бедный мальчик, ты потерялся? Зачем я тебе такой нужен? Ну, правда, я неудовлетворенный. Я ничего не понимаю в балете. Я не понимаю в абстрактной музыке. Я...
Я в экспериментализме, я вообще ноль. Постмодернизм. Вот именно, да, да, да. Я это все ненавижу, понимаешь? Ну вот посмотри на меня. Я абсолютно простой человек. Совершенно непригодный. И если на то уже пошло, мы никогда вместе с тобой не достигали дзен. Да, я симулировал. Я виноват. Я кругом виноват. Я просто без нее не могу. Для меня это больше, чем достаточно. Поцелуй меня на прощание. Ты меня отпускаешь? Я жду. Мам, па, ну хватит позориться. А ну иди отсюда. Костя, где Ева? Не знаю. А ты откуда? Сереж, ты совсем у меня куку, что ли? Сережа, спокойно. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Тихо, тихо. На. А где Эва? Это же я. Это я. Это я. А где? Я здесь. А там в ресторане 13? Тоже я. А в гостинице? Да тоже я. А дома? Что? Что дома? Дома. Это все. Да тоже я. Ты выйдешь за меня? Сережа, мы же женаты. Так подожди, это я. А тебя к тебе ушел? Ребенок. Что? Тихо, тихо. Ребенок от кого? Ну как от кого, Сереж? Мой. Тихо, тихо. Мой. Мой. У нас будет трое! Что? Спина. Тихо, тихо. Ты не шевелись только, ладно? Не шевелись. Давай. Облокачивайся. Вставай. Я тебя держу. Нормально. Чего там смеетесь? Вот будет вам 40 лет, посмеетесь. Идем. Пап, ты что, ногу подвернул? Ты прям ты как меня нахал. Не бросишь? Куда? С тремя-то детьми. Так, давай, да, давай, давай. Мам, я не устала. Осторожно. Я вообще не устала. Так, я всех держу. Внимание! Вы становитесь свидетелями уникальнейшего явления. Ученые с помощью радара вычислили траекторию движения кита-одиночки. И сейчас его ждет потрясающая встреча. Я сейчас нахожусь за 10 миль от Олега на втором корабле. И мы следуем за нашей одинокой китихой, сигналы которой нам все-таки удалось настроить на нашего кита-одиночку. И кажется, наши киты все-таки услышали друг друга. Сейчас, в прямом эфире, наши киты встретятся. Не переключайтесь.
Так, посмотрите. Сейчас, секундочку. Секундочку, господи. Сижу, устала очень. Спасибо большое всем, всем, всем. Спасибо, спасибо. Да, все прекрасно.